Всем привет! Сегодня воскресенье. Планирую поехать на 6-й километр, потому что уже 2 выходных не катался вообще. Прошлое воскресенье был дрифт на 6-м. Я там бы не смог покататься. А позапрошлым я уже не помню, что не катался. Ну, в общем. Сейчас собираюсь. Беру резину. Где-то там есть уже обутая резина, по-моему, вот эта вот она. Домкрат. Протереть немного малыху надо. И еще должен заметить, машина вот в таком вот состоянии. Без передка. Но это уже все покрашено. Это уже все красивое. Останется просто накинуть. Сейчас кусочек вставим. Фрагменты там, где я снимал уже с бокса папиного. Там, где он это все задул. В общем, будет красиво. Я, наверное, завтра, послезавтра поеду уже. Это все соберу. Ну все, погнали. Так, ну собственно, мы уже на локации. Уже начинаем тренироваться потихонечку. Людей сегодня не очень много, потому что там проходит чуть дальше, на 6-м километре, соревнования по драгу. Поэтому там вообще перекрыт проезд, поэтому людей немного на дрифт приехало. В общем, уже вот первые круги. Начинаем ездить. Крепление у меня, к сожалению, отломалось, GoPro. Но ничего. А что-то как-то снимем. Отвалился кусок резины, в общем, левый уже почти стерся, а правый еще нормальный скат. Не знаю, что делать. Можно, конечно, в любом случае бернаутом допалить. Вот это поворот! Я приехал на дрифт, даже не взял эту отвертку никакую. Надо просто вот этот патрубок поджать. Нечего. Я его, видать, не дожал. Недавно ж менял антифриз. Вместе со всеми вот этими патрубками. Езжай. Ну,
кстати, у нас тут есть 34-ка, вся вырезанная, запиленная, очень интересный экземпляр. Мотор у нее 4.4. Почему-то она купе получилась, но вроде как интересная машина. А там еще у тебя и диски перегрелись, эти тормозные. Красные были? Да. В общем, вот такая вот получилась серийка у нас. Не знаю, интересно или нет, судить вам. Пишите в комментариях, как вам было вообще. Как этот видосик получился. Мы старались. Богдан Шумилов помогал. Ссылка на его канал будет в описании. У него очень крутые видосы получаются, мероприятия, обзоры тачек. В общем, посмотрите, зацените. Будет очень интересно. Видосы очень крутые, повторюсь. Вон он, кстати. Вот он, Богдан Шумилов. Всем... Всем спасибо за просмотр. Лайк, хуяйк, ну это типа там, по желанию. Всем спасибо, всем пока.